Йоу, сап, сегодня мы смотрим батл рвать на битах, 1/4 финала без паники против двух типов. И будут батлить у нас Рифмабес Лев Мовалев против Дима и Хэмпа. Батлы двух типов я еще смотрел, а без паники, по-моему, не видел ни одного батла, только если с 2 по 0.5. На отборе, вроде как. Ну, давайте смотреть. Последний раз, но мы пока не летим в читу. Быть батл-рэпером — мечта долбоёба, и ты осуществил мечту. Без паники, город Чита! Yeah! Команда по правую руку от меня, назовите свое имя. Два типа, город Калуга, всем игрокам шараута. Ломаем судьбу двух пидорасов, как Константин Шлагбаумы и Антос... Погодите, дайте мне сказать. Два типа... Город Калуга, всем игрокам шараут-ы. Ломаем судьбу двух лохов, как Константин Шлагбаумы. И Антошка Усепов аж в лице поменялся. Ведь вы ехали сюда без паники, а вышли уже без шансов, блядь. Два типа. Неплохо, солидно. Ну что ж, это четвертьфиналы. Победитель проходит в полуфинал, а проигравший выбывает из турнира. Первый одиночный раунд. Бит команды два типа. Рвать на битах начинают два типа. Лев Мовалев против Хэмпа. Сделайте максимум шума для них. Залетая на YouTube, там пишут теперь так много. Эти двое тоже тут, желают свежих разборок. Да, вы пишите комменты, комментаторы от бога. У тебя 7 пядей во лбу. У меня 8 умных колонок. Давай ближе ко мне, ты убийца колен. Слышка, мистер киду респект, после буду пиздеть. Было или нет, но такой респект мне зачем. Я ничейный, но считаю их респекты на толчке. Ведь ты переобулся у всех на виду, как на прошлом басе. Твой друг, кого тянешь коту, спасательный круг. Ему ни к чему, ведь пара минут, этот Дэдпул летает в игру. Как малазийский бой, как дерьмовая роль. Так что, Райан, ты уволен? Я не верю в их победу до финала перманента. Двигай так, что право вето тут не дали оппонентам. Они батлились друг другом, и Дима выебал хэм. Это секс по дружбе, забайкальский Тимберлейк. Хватит и 2 по 0.5, не батлить жену в сухую. И бухаешь, пока Дим не станет, как Мила Кунис. Третий лишний, но диктатор, оба рады всегда. Он ебет обоих сразу, ведь их путает, как я. И ты скажешь, два типа, а то тащит только один. Я тоже считаю так. Лёва, ну извини. Одинаково нули, лисиамский флоу у них. Вы одна яйца, вы близнецы. Но не срослось, увы. Пока Дим без палева ставит составом, Хэп ломает колени, щита поклоняется этим оленям. Привет для будущих поколений. Без паники выбраны свыше, словно мерил и праведный верит. Свой скальпур тоже достанет. Из Вены? Ширнул составом, передай кентам. Так, Забайкальский край учит вас не паниковать. Держи телефон доверия, если попал в их секту. Лев, ты где их взял? Это номер берсерка, бой! И ты осознаешь свой головой, что слабачи не вернешь, как 2008. Зачитал про наркоту, слава барбитуре. Ощутил гуфо внутри, ты чё, эти табуре. Озеро Байкал с них вода льется рекой. Вы залезли мне в экран и залили в монитор. Пока я бежал до ванны, вода капала на пол. Ее было тогда хуя, как будто падает подсол. Это Лев, а ты кто? Самый бес, он игрок, эски бой. Ты готов отдавать на микро? Я за дерзкий, подход, сколько MC легло под калужский каток. И ты следующий лох. Да мне не важно, кто ты, MC работа, макароны. MC, что варит баяны и пробует. Я здесь только за опытом, что получаю за душу в своем некрополе. Это Лев Мовалев. В принципе, хороший раунд, выше среднего уровня. Лев с каждым батлом прогрессирует, это его самый лучший раунд, который был из всех. Поэтому, в принципе, раунд крутой, давайте посмотрим, что ему ответит. Тип из без паники, но сильный раунд. Я думаю, что это, возможно, победа в этом раунде для него. Ну чё, как вам первый раунд от Лев Мовалев? Ответный первый одиночный раунд от Хэмпа. Без паники, поддержим народ. Окей. Два типа, Калуга, запоминай имена. Жалко только лишь одно, ведь никто не знает тебя. Вообще похуй, как забудь тебе Левку Никита. Честно называй этот батл. Забыкали, валит ритм от места. Горяет с Кондрашова, видимо, день изо дня. Сидим колено, у тебя горит жопа, видимо, нет без огня. Твой проеб не за горами, сука, он за Байкалом. Так что на твоих раскопках тебя шею закопаем, а ты поливай. Не ударил камень на камень, чтобы тебя закатать. Я не читал комментарии, мне так похуй на твои стримы. Там будь хуй камень, кайл, попутали, перекалили.
них они орут, будто бы в рупор. Но тут вам не баррикады, да, он круче, чем Навальный. И знает правду кто ты, когда он не влетает на бит, летает квадрокоптер. Надо больше напора, быть пободрее. Тебе мама вместо сказок читала, бля, батл рэп. Я разъебу тебя, как нахуй, сука. Ты кукарику, сука. Похуй, как орал петух, если он стал тарелкой супа. Дарик, ты этой тёлкой, страшная бодрая. Ты для того, чтобы в топку не летели годы. Бит он ебашил, работал, оттачивал флоу, оттачивал слоу, оттачивал стиль. Да, им это так движет, да, это тоже хуйня. Но на твоем фоне выглядит как-то пище. Пока мой брат стоит на стриме, твой сидит со стримом. Да, я знаю, тебе стыдно, ты сиди и смотри. Когда может дойдет, и тот же лев мобалю поймет, что рифма без оленей долбоеб. Я без паники, корабль тут не потопить. Да мы на милину отправили нахуй риф. Лев прыгает за борт, это полосатый рейс. На зале нету мест, без паники, корабль тут не потопить. Да мы на милину отправили нахуй риф. Лев прыгает за борт, это полосатый рейс. И на этих долбоебов у нас в зале нету мест. Раунд уебище. Я, конечно, не уверен, но, по-моему, этот раунд был чуть-чуть послабее или нет. Но, в общем, это было наравне, тоже хорошо. Были неплохие панчи про Навального, что залетает гирокоптер. Этот, да, гирокоптер. И, ну, в принципе, я даже не знаю, за кого здесь голосовать. У кого? Тут очень прям равно, ну давайте. Мне кажется, что у Льва было чуть-чуть посильнее, что ли. Ну, голосование говорит пока что за себя, видимо. Но он не так точно проигрывает. Тут 55, может 45, но очень близко на самом деле. Как вам первый раунд от Хэмпа, йоу? Выберите победителя этого одиночного раунда в голосовании. У нас второй одиночный раунд, на этот раз бит без паники. Начинает Дим. Дим против рифмобеса. Поддержим пацанов! Время охуительных историй, друзья. Помню, парт на какой-то там ебаный онлайн, Влад. Постигал тайным узла раунд за раундом, нехило стелит в батлах не последний челик. Под эту музыку не круто сейчас танцевать, но он выдавал нехуйственный потенциал. И судьба подарила пару шансов ебнуть систему. И чё? Ну и чё ты сделал, а? Нет, ты не батл, рэп, ты клоун. Влад, ты никак не рэп, ты клоун. Засветил еблом лучший случай, но ты засветил свою гнилую сущность. Ты теперь не рэп, ты клоун. Ты плод своих ебаных стримов лох. Ты теперь не на битах и во вкладках между ВК и Майнкрафтом. Дядя, смотри, как пиздата летят в ваши головы и вверх. По пути пиздят, кто трудово в игре. Да и пусть мука ботат и мягко тело взятлов. План тогда наш чик, брики, танки, крылок. Я перечекал твои батлы, все панчи там звучат вот так вот. Владик делает опасно, хип-хоп, иначе класс, мальчик, лайкай. Да я прогуливал ботан, хулига пота. Улица растила братух, но надо полагать, чтобы разъебать дядь. Надо уметь считать до двух, как до пальца. В городе, где негде пасать, было негде пасать. Но теперь два типа здесь. Слышь, Гандон, улыбайся, так ебать тебя будет приятнее. Чё, поймал звезду и сел пиздеть за стримы. Мой брат поймал звезду и дал пизды. И в этом между нами разница, лох, твоя задница. Вот мои бали, ваши аукцион. Ветераны, генералы, все попереведали. Ордена, медали, трофеи, батловый опыт. Я рифману на глагол в полуфинале. И буду смотреть, как горят ваши жопы. Мне мало, 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 мало огня. Я хочу немного больше, нет, ты не бед, старик. Ты здесь голимый лох, мой куплет, молитва. Твой билет домой, мне мало, 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 мало огня. Я хочу немного больше, ты заебал всех, боли, как Деспасито. Но мой куплет, молитва, твой билет домой. И разумеется, не в бабках дело, погорел на Кондрашова. Собрал на телек, знаешь, как это работает на деле. Владик, подрочи на вебку, купишь себе тачку, рифмобес. Безусловно, топ поварит, это тяжело, скинем у бабла на лечение. Боец, прежде чем ртом говорить, ты бы вынул язык свой шопы чейни. Я не против, но куда ведут эти пути? Влад, еще далеко до финала, и ты заебешься. Тупая пизда, буду выйти, план, вот бы финал, где выбери кодоби. Звуки донатов, это же стримы, братья, нахуй рэпом песни петь. Витя, классик, царствие небесное, ой. Чё опасный, как баста, тоже отрастил себе траку, чтобы сидеть на двух стульях сразу. Батлы, как блядская трасса, есть варианты переебаться. Мой батл клип тебе в седло летит. Ты села, значит будет новый стрим. Прости, я его снова пропустил. Я также не в сети, бой. Нахуй уджи, нахуй топу. Баба 05, мы на рекс пизду. Хочешь увидеть, как полуфинале нам дали пизды? Тогда голосуй, ну нахуй уджи, нахуй топу. Баба 05, мы на рекс пизду. Хочешь увидеть, как полуфинале нам дали пизды? Тогда голосуй, бич. Ну, в принципе, это довольно сильный раунд. Здесь было много панчлайнов, которые довольно бьют по рифмобесу, были строчки за стримы, в принципе, и больше-то ничего и не было. Ну, давайте посмотрим, что ответит риф, но мне кажется, ну, раунд был сильный.
Это мое мнение. Ну чё, как вам одиночный раунд от Дима и Йоу? На бит Дима отвечает, рифмобес, поддержим, Йоу! Этот лох тер за онлайн и показывал трустель. Да какого хуя больше вас двоих добилось даже Кумска, блядь, я не понимаю, блядь. Где она? Такая хуйня, почему твой бит такая хуйня? Почему твой бит такая хуйня? Такая хуйня, такая хуйня. Почему твой бит такая хуйня? Такая хуйня, такая хуйня. Почему твой бит такая хуйня? Он читал нам за трое, давил на совесть. На горбе диктатура, а ведь бронепоезд. Но в треке бабло, ты так стонешь сладко. Прям в стойке с братом, в стойке раков. Это правда так забавно, брат за брата. Побазарят за труа, а кто ты сам-то? Обещал сломать ноги в инстенам, Дим. Ну-ка, Лев, повернись, где костыли? Это ж дети диктатора, они не пиздят. А уе, пацаны, только как бы не так. Говорил, мы из тех, кто за базаром следят. Только правда, будто в зале судья. Чё, в зале судья? Респект, пацаны, жду дебютный концерт. На Петровке 33, ты не ты, когда менты. Дэм, где? РМБ, слово СПБ, школа МВД. Вот так вассал, диктатура, хвалю тебя, аза. Это all cuts and beautiful. Выстрел должен быть не только быстрым. Твоя в курсе киська, не веди палача, ты в роли самоубийцы. Ведь я молчал, когда ты родился. Твой расчет — это батлы, бум, недолет. Коп-рэпер, ты че, долбоеб? Учитель географии тоже так себе промо. Или вы забыли, кто шарит за слоеба? Натаскал молодняк, шо там задал Диман? Без палева шернись и передай всем кентам. Воу, географ мечты, план учебный поджит. Дети Вену нашли, чем в сухую покинешь турнирную сетку. Но Дэн, мы нашли класс суху берсерка. Препод или мусор, КПЗ или вузы. Не похуй тебе тоже, ты ж любишь переобуться. При донатом половина тут, половина там. Половили, чтобы поебать, я не виноват. Заберет вашу душу, как песенки Летова. Диктатор в роли Дим-ментора. Панчи по стримам, забейте в Google. Они закончили за БГУ. За БГУ, еще будет бунт, саламуля, друг. Ты так крут, эквизиты тут, стримеры не тру. Нам каюк, лайки на ютуб, в зале куча рук. Почему не меня, кроссы, ты переобул? Бэйго, я закон тут валет после батла с Раймером. Я судья Дредд, а тебя не вижу, будто бы рептилию на сегах. Не, не так, будто документов берсерка. Привет, ЗБ, хорошо, соблюдая формальность, ты уволен, дружок. МС макароны с утра, а после это фейстайм. Буду блистать, что за пизда, что внутри тебя клоун. Похоже, таблеточка Димми Брола. ЛСП не знает, что в макаронах, это жуть, а МС макароны. Не вешай лапшу. Ебу, суку, Дима, трясется люстра. Дима орет, сука, переобуйся. Во-первых, назвал меня, сука, пидор. Во-вторых, моя правда не суть, Дима. Это все без потопа, это дальше по факту. Как минимум в названии вашей команды. Хоть бой или тараторь, знает Нева. Текстом не вывез, проебал. Парил офлан, готов спать, и бомбаки. Блок, как итог батли, но пали гомбат. На бой подорвет, правда, бой палит. Вот правильно спавили палево, парни попаливы. Панчи по стримам, убейся. Певец затянул лебединую песню. Ты думаешь сейчас, а где будет хук? Высоцкий сказал, про таких не поют, блядь. Блядь, это... Этот раунд однозначно сильнее, чем раунд Дима. Я думаю, тут, да, тут реально большое преимущество рифмобес здесь сделал очень круто. Это были колкие панчлайны, и было много панчлайнов в стиле рифмобеса. И опять это очень сильный раунд, но я не знаю, тут, походу, все решено. Два типа, наверное, выиграют, ну, по крайней мере, уже 2-0 по раундам. Ну, давайте смотреть дальше. Третьи раунды самые сочные. Сейчас два типа валят на какой-нибудь легендарный биток. Надеюсь, будет что-то интересное. Йоу-йоу-йоу, ну чё, как вам раунд рифмобеса, нарвал? Спасибо. Киргиз тащит. Выберите победителя второго одиночного раунда в голосовании. У нас третий командный раунд. На этот раз тема задания — сделать раунд как в последний раз. На этот раз без паники. Поддержим народ! Влетаю к тебе дома, ломаю твой веб-камеру, разъебываю копы, пинаю его на камере. Оставлю тебе без бабок, куда-то пизда, ты батл заходил на борос, сука. Это не обязательно, чё ебать, тут и так все понятно, эти мясы ебаные. Ребята с онлайна, хуй не хули же духа, от батла до батла. Ну чё, вас мотивируют, отдавайте им донаты. Чё? Нихуя, тогда вообще похуй, чё они там говорят. И пока вы ищете подводные камни и шейки, сука, мы поднимаем и коря. Поебать, просто поебать, на опыт и волнение твое, просто поебать. На этого второго тоже просто поебать. Закрой свои баллы, мне батла, ты бы не смог бы зарить так, сука. Поебать, поебать, нам поебать. Сколько за тобой пиздюков, сколько на них заработал за год. Поебать, сколько стоит твое ебаное слово. Сколько пропущенных в школе столовых, мне похуй. Сколько батлов ты написал, ты как гей из ММА. Я не вижу в тебе бойца, да ты потерянный как батя. Хаски батл, хаски падай на твой, сука.
как повалёв. Поправьте пинтне, а как вас по батюшке, сэр? А как вас ебать на бите? Из-за эго вашего коллеги вы не разглядели ваш авторитет, его нет. Ваш хайповый напарник, будто бы мусор всю дорогу по ту сторону камеры. Тебя нет, там тебя нет, ту, что за нахты на Б, так не на Б, как ебанат. Место занято бы без вариков, рифма без. Вали домой, это без паники, обрез, тебе голове резко приставили рифма без. Он стучат твои нервы, не лезешь в телевизор, но часто на первом еще бы тебе надо туда чая напрягать и толкать это дико. Сачами на выход, чё с ебалом, рифма чёрт ебаный. Ты постоянно чё под спидами? Понос изо рта твой толчок смываем. Ты постоянно чё под спидами, а? Под чем? Видали как выдаёт, да? Коли не под чем, ты ебать долбоёб. Ты думал это успех, но еще бы Владик долбоёб. Это тоже хайп, это погоди, не паникуй. Чтоб ты понимал весь пиздец, за стримом ты. А стыдно мне, ты болен, Влад, хорош, кривляться. Тут твоя терапия, забыть, гальчик, ты. Два типа, так любят батту по фактам. Вооружены на компромат, локатором. Паре ебанатов, салам игрокам. Я въебал детонатор, взорвал твой букан. Влад, а ты вообще вот эти за слова. Вот эта девка без базара, резденец она вязала. Она ведь это делает, правда, как так-то. Вот это называю я батл по фактам. И похуй на ютуб. Пройдет немного времени, мы ёбнем всю игру через блютуз. Ну а пока мы тут, не паникуй. Слышишь, дядя, но пока мы тут, не паникуй. Я знаю, ты не виноват. Все это дети по тайм-шоу. Но какого хуя ты это делаешь, старичок? Хайпануть, но остаться тем же. Вот не кайф. Хайпанул, и теперь твой стержень. Джоби Майк, привыкай. Привыкай, это навсегда. Тебе на него, парень, не раз еще приседать. Ты не рэпер, ты мем ебаный. Че с ебалом? Конкурс на самый лучший комментарий. Вам банды насрать на грудь, чтобы мы с братьями землю ногами крутим. Не прибавлено, с людьми за нами. Мы не просто возьмем свое. Мы ограбим во все эти банды. Насрать на грудь, чтобы мы с братьями землю ногами крутим. Похуй, че круто, и че тут правильно. Мы тут и свое возьмем. Мы ограбим вас, нига. Бать-бай, это же Владик и Лёва, как нахуй Дэдбул, это же вот два актера, они типа батл-рэперы с фактами цепки. И у вас в школе было все в порядке с оценками. Порешали диалоги, актерское искусство вопрошает к переходе. Да я знаю, что ты болен плохо, но пересилим. Помогаем долбоёбам, как плохо медицина. Это было бы смешно, но нихуя ты позитивно. На бедах не поразил, ты на бедах паразитировал бы тут и тебе не ясно. Батл будто бы лекарство ведет твой последний. Во-первых, пидорас, я назвал тебя сука. И похуй на ютуб. Пройдет немного времени, мы ёбнем всю игру через плитус. Ну а пока мы тут, не паникуй. Слышишь, дядя, но пока мы тут, не паникуй. Идёшь, не паникуй. И похуй на ютуб. Пройдет немного времени, мы ёбнем всю игру через плитус. Ну а пока мы тут, не паникуй. Слышишь, дядя, но пока мы тут, не паникуй. Ну, раунд, в принципе, прикольный, но вот эта девушка, блядь, ты, так, настолько показательность и настолько это элемент шоу, что это, ну, типа, перебор максимальный. Баттл — это баттл, а не вот то, что происходит. Поэтому я считаю, что это было лишним. Так, в принципе, раунд неплохой. Давайте посмотрим, что покажут два типа. Ребят, как вам раунд без паники? Йоу! Ответ и третий командный раунд. Тема задания, как в последний раз. Два типа, поехали! Погоди, не включай, я буду флипать. Бердус, ни слова о дерьме, ты помнишь. Пацаны, блядь, притащили тёлку на батл. Охуеть вы тащите со смыслом. Но я не нашел правды в твоем тексте, как у твоей шмары сисек, блядь. Извини. Извини, братишка, что твои шлюхи с трассы я обломаю малину, но ты попутал, шкуры на зиму нужны иву. Слово, давай. Ты сиськи тебе не светят, чувак, йоу, успокойся, блядь. Эй, как всегда, по классике. Эй. Это крайние ивенты, в идеале билет, больше паники нет, окей. Два типа на Невее, мы валим наверх, погорей из костей, убей. Забайкалье, привет им на слово берсерк, это лучший проект в стране. Там их будет камбэк, мы останемся здесь, останемся здесь. Я на паре финтов, убираю твой худ, игроки на местах, лопорт и хамут. Эй, кто ты, чтобы меня сделать, твой пацанский паблик, это мой мемой. Под гитару ты пел на ютубе, а хули ты моя гитаристка, твой Стефан Кукуи. Дергаем струны, год на выйдет, Лакост, ты такого порно не видел. На прошлом батле от смеха лопнул, когда тебя ебут. Улыбнись в объектив, тактика хэмпа за селфи сдохнуть. Эй, Диман, шилка и бои. Когда нет, да и слышь, ты батл воин. Подойди сюда, целка из читы. Я рожден на батлах и воспитан на поле. Ненавидя позеров таких, как ты. Иди нахуй, пёс, не будет просто. Ракеты на Питер, Калуга, космос. А что в чите, тоже знаю, пацы. Их телок там сейчас не будут китайцев. Окей, на охоту пришел. У дяди Умного есть фоторужье для инстаграма. Помаду взял, а
чем базар? Мы команда, как мужей, режем воду, как бойцов. Мы фанаты OG-гэнга, 49 граммосом. Жесткий будто грайм откуда, чемпионы, как крем-сквад. А ты скучный долбоеб. Как тебе такой панчлайн? Эй, это крайний ивент, и мы взяли билет, больше паники нет, окей. Два типа на небе, и мы валим наверх, по горе из костей убей. Забайкалье, привет, им на слово берсерк, это лучший бэк в стране. Давай будет камбэк, мы останемся здесь, останемся здесь. Эй, Забайкальский край, когда эти два батлят на битах. Как клёво! Кину все дела своего села и бегом к помидору. Лёва! Комбайнер, пастух, самогон к столу, вот и все готово. Ну а где доярки, друг? Все доярки любят больше светлакова. Эй, мы вам не китайцы, они до шоу танцы. Мы приехали забрать сетку тут. Правые чеченцы отправятся обратно, останутся за кадром, как мать берсерка. Мы убрали всех, кто был тут до них. Никогда не строили планов, я просто давлю своим стилем, как завещал Серега Бахмалов. Это не поле чудес, но на поезд чуте посадили гостинцев. Дэн попробовал их, посмотрел через кучу линз и простился. Бай-бай. Ведь я продал проект, это нищий агент с ником Лев-Болев. Трезвый берсерк, забычек не ЛЭ. Эй, снова рвать на битах, вырабатывать план. Эй, этот батловый хайп. Эй, конвертировать знал, но я брал ебал эти шаблоны. Парень, я без инстаграма, пока вы снимали свои суперсторис. Для 5 фанатов я отправлю прах твой тебе долагом. Эй, это крайний ивент, и мы взяли билет, больше паники нет, окей. Два типа на небе, мы валим наверх, по горе из костей убей. Забайкалье, привет, им на слово берсерк, это лучший проект в стране. Там их будет камбэк, мы останемся здесь, останемся здесь. Эй, это крайний ивент, и мы взяли билет, больше паники нет, окей. Два типа на небе, мы валим наверх, по горе из костей убей. Забайкалье, привет, им на слово берсерк, это лучший проект в стране. Там их будет камбэк, мы останемся здесь, останемся здесь. Я иду на звук и вижу солнце позади ваших рук. Догорая дотла на каждом ивенте, счастлив, будто в бесконечном лете. Тем, кто верил этим сдутым венам, рву за свое прямо тут до пены. За каждого нашего в доску типа, они никто, чтобы это забрать. Ты слышишь? Это правда непросто. Слышишь? Мы выкину отголоски той самой правды, что вне формата, что не по кайфу, что не за хайпом. За каждого с той стороны монитора, кто верил в нас. Даю тебе слово в последний раз, под удары сердец. Вы все навеки останетесь здесь. Слово! Блять, снова... это мега сильно, просто бомба. Бесспорно, два типа забирают этот раунд и забирают этот батл, по моему мнению, это очень сильно. Спасибо. Снова знакомый сэмпл, ебать вы типы, если бы это слышал Честер, он бы дал вам пизды, блять. Честер не даст пизды, друг, ведь он, как и ты, после этого батла в гробу, блять. Народ, давайте Давайте посмотрим по шумомеру, что там и вообще в общем. Ну, два никто, типа, чтобы два. Это забрать, там, с края сцены, он очень мощно лирично читает. По структуре же многие... 3-0, голос зала будет. Голос, это ваш голос голосования, так что выберите победителя. Ну, 5-0 побеждают у нас два типа. Спасибо, что смотрели этот видос. Напишите в комментариях, как вам этот батл. Поставьте лайки. Зайдите в описание, там есть ссылочки на мой инстаграм, группу ВК и страницу ВК. Ну а с вами был Мастхед. Всем удачи и всем пока.